Привет всем, кто просто зашел, и, конечно же, моим любимым подписчикам, с вами канал Лига Music Wars. Ребята, итак, 9 число, прошли обновления, я уже подарок много покупил, всяких разных, в общем, и я посчитал, что надо хотя бы чуть-чуть, ну, немножко обновление об этом сказать. В общем, у нас появилась биосфера, я подумал, что может какие-нибудь еще 9 числа нам ввели. А нет, прямо на форуме ребята написали, что ввели только биосферу, ввели квантовые модули всякие, генераторы и так далее на 60 дней. И все. В общем, ребята, пока ничего. Просмотрев, ребята, видео на многих каналах по Музварзу, кто уже открывал подарки с биосферой, понял лишь одно. Ребята, выпадает она вообще фигово. Просто нереально фигово. То есть нужно донатить там, я не знаю. Ребята, сам бумер, по-моему, меньше, короче, в донате входит, чем эта биосфера. Ну, конечно, она же навсегда с вами остается. То есть представьте, она каждый день будет генерировать и так далее. Ну, вообще, идея, ребята, вот этой штуки, генодавалки, не нова. Она уже встречалась в Mojo Stars. В Mojo Stars была такая идея, и вот, наконец-то, они сюда решили реализовать ее в виде презента. Как вы понимаете, эту штуку я еще 14 декабря рассказал, что она вылезет и будет, но только не знал ее полные характеристики. Но вот сейчас как бы я уже более-менее адекватно в ней разбираюсь. И первую ошибку, которую я сделал, я поместил ее на склад. Вот натурально взял, лоханулся. Ее можно было оставить прямо среди подарков, контейнеров. Пусть она бы там валялась, и ничего страшного бы с ней не произошло. А забирать можно было и здесь. Ну вот бывает иногда на меня такие тоже вещи находят. В общем, ничего сильно нового ребята не ввели. Модули выпадают, я сразу говорю, очень хорошо с подарков. Но вот все остальные призы не очень. Покупаю обменник, скоро полностью весь куплю. Ну и, соответственно, ребята, до 19 числа, как вы понимаете. И там ждем либо пояс, либо клетку. А может что-нибудь еще. Ну, нового приза никакого пока нету, сразу говорю. Так что будем ждать из того, что есть. Ну и ко второй части видео. Люблю по несколько в одном дышать. Какой кошмар. Слушай, ну это просто ужас. У вас в доме завелась говорящая голова. Вон она на нас глядит. Ну и, конечно, давайте к самой основной теме вообще видео. Ну, не только же обновление проходить. В общем, на стриме последнем, ребята, я анонсировал то, что давайте все-таки попробуем сделать. Попробуем сделать базу всего оружия, которое находится в игре. У меня получилось 150, ну, элементов, ну, плюс-минус. Потому что я думаю, что я в каких-то где-то ошибался, и они появлялись как спецоружие. Ну, допустим, такие снежки, как сосульки там, всякие разные, 7 кометы, я убрал сразу же. Но базу, ребята, я завел. Ссылка на эту базу будет в описании. Мы уже начали потихоньку ее, ребята, заполнять, но мы не все параметры знаем. Поэтому, ребята, я прошу вас о помощи. Если мы нормально, то есть заполним, ребята, вот эту базу, вот смотрите, видите, она несложно заполняется, то есть тут бонусы, рассказывается о ком, какое оружие получается. Но не забывайте, то есть уровень оружия, если вы вставляете параметры урона, то есть под какой уровень оружия. То есть, ну, нам бы желательно, конечно, параметры плюс 25, но сойдут и первые, и вторые, и седьмые. Главное, смысл состоит в том, что мы получаем первые бонусы от оружия. То есть, часто вот я смотрю на людей, которые ходят с простыми, типа, басмачами этими 25 уровня. Когда есть прекрасный микрофон, ребята, на 4 уровне, который поднимает еще дополнительно талант. И плюс микрофон, по сути, является средним оружием, что будет перехватывать легкое оружие и кастеты. Вы будете перехватывать своих противников, потому что у вас просто длиннее оружие. То есть это еще дополнительный бонус. И об этом многие не знают.
просто с такими вопросами постоянно на меня достают на стримах. В общем, когда, ребята, эта база будет закончена более-менее, я ее скачаю, потом закрою, всю оформлю до конца, сделаю все по уровням, как положено, то есть, ну, соответственно, от 4-го, там, 5-го, 2-го и, соответственно, до 30-го. После чего, ребята, я сделаю такую же базу для студии, потому что вопросы по студии тоже постоянно возникают. Произошло вообще очень интересно это. Я хотел эту базу вообще сам сделать, но после разговора с администрацией, то есть они отказали моему каналу в предоставлении такой информации, в связи с тем, что, ребята, я раздаю бота. Я раздаю бота, ну, как бы он у меня стоит на первых уровнях где-то там в просмотрах. То есть люди, кто, ну, скачает, им пользуются. Мне, соответственно, мне сказали, вы мошенник, то есть все. И поэтому меня все время спрашиваете, почему не заходишь на другие аккаунты там и так далее. За мной, ребята, идет слежка. То есть в связи с тем, что, как бы, я ютубер. Вот, ну, ничего не могу сказать. В общем, давайте еще раз по порядку, ребята. Все, кто смотрит видео, пожалуйста, проходим вниз по ссылочке, ребята. Если у вас есть какие-то данные об оружии, которые здесь есть, и вы знаете, и оно пустое, пожалуйста, заполняйте. Чем быстрее мы наполним эту базу, тем быстрее, то есть, соответственно, появится нормальный, адекватный документ вместе со всеми параметрами. Ой. Блин, даже не думаю, что я такое сказал. Вот прямо вообще прям. Ну давайте первый раз что-нибудь сделаем полезное для музвара вместе, ребята. То есть, ну не только же вододелом все это делать. И кстати, этим вообще по сути никто не занимается, потому что это очень трудоемкий процесс, ребята. А получается, никакой выгоды мы не получаем. Вот в чем смысл состоит. Так что поэтому мы просим у вас помощи. Потому что самим, короче, собирать эту базу мы будем очень долго. А я думаю, в 1000 подписчиков, там, 1500 просмотров мы соберем эту базу намного быстрее. Ну и, соответственно, раздадим ее уже, то есть, ну, новостным группам, кому угодно. То есть, картинки-то у многих есть, а вот базы нету. Ладно, ребята, всем счастливо, а то видео уже затянулось почти на 8 минут. Хватит, короче, смеяться. Надо работать. Работать надо. Ну, счастливо, ребята. Жду от вас комментарии, жду от вас заполнение, ребята, базы. Давайте сделаем это быстро. Ну, и как бы лайк с вас. Большой-большой лайк.